Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женские эспадрильи американского бренда Ralph Lauren. Верх модели выполнен из натуральной кожи теленка. Материал эластичный и прочный. Он не задерживает тепло в обуви и свободно пропускает воздух. Фактура кожи зернистая. Она достигается путем обработки на специальных прессах. Это делает ее прочнее. На поверхности зернистой кожи меньше заметны мелкие царапины. Носок декорирован джутом. Модель украшает логотип бренда в виде золотой брошки. Эспадрильи легко и быстро надевать благодаря отсутствию застежек и мягкой форме. Петелька на пятке сделает процесс обувания еще более комфортным и быстрым. Подкладка из текстиля безопасна для стопы. Она препятствует появлению мозолей. На пятке есть замшевая вставка, которая лучше фиксирует ногу в обуви за счет бархатистой поверхности. Стелька в данной модели является подошвой из джута, натурального материала, скрученного в жгуты. Ногам в обуви с такой стелькой будет очень комфортно, ведь джут прекрасно пропускает воздух, впитывает излишки влаги и оказывает массажный эффект, улучшая кровообращение стоп. Такую обувь лучше всего носить на голую ногу, чтобы почувствовать текстуру материала и все его преимущества перед тканью или кожей. Резиновая подошва прочная, устойчива к истиранию и неприхотлива в уходе. Вы можете не беспокоиться о ее сохранности вне зависимости от того, где будете носить эти эспадрильи. Носите эти эспадрильи в стиле casual с джинсами и легкими брюками, свободными рубашками и льняными пиджаками оверсайз. Их также можно сочетать с хлопковым сарафаном или платьем-рубашкой прямого кроя. Сумка из соломы или плетеной кожи усилит этническую составляющую обуви. Оставайтесь стильными вместе с брендом Ralph Lauren.